Всем привет! С вами Кирилл, и сегодня у нас в сборе наконец-то все наши новинки из колясок Grand Flex. Эта модель появилась у нас в 2018 году, и с тех пор она изменялась, улучшалась, и теперь она выросла до трех вот таких вот классных коллекций, о которых я сейчас вам расскажу. Итак, три коллекции. Основная – это шесть цветов, и она выполнена из ткани Oxford, выполнена как в таком сдержанном темном цвете, так и в ярких тонах. То есть для тех, кто любит, и хочет что-то яркое для своего малыша, очень советую обратить внимание именно на эту коллекцию. Далее идет коллекция Grand Flex Trends. Чуть более улучшенная ткань, чуть более плотная. Ткань, соответственно, или джинсовая, или меланжевая. Все зависит от цвета, который вы выберете. И наша новая абсолютно коллекция пришла к нам буквально сегодня. Еще даже не все коляски мы видели, не все коляски мы разобрали. И вот такая вот великолепная коллекция Grand Flex Grand. Ее не было в прошлом году, в отличие от двух предыдущих, и поэтому чуть позже мы расскажем вам о ней подробно. Таким образом, у нас три коллекции, 17 различных расцветок для коляски Grand Flex, поэтому она будет доступна на любой вкус, в хорошем наличии. Все зависит только от вашего вкуса, от того, что вы хотите. Это есть коляски и прогулочные, и 2 в 1, и 3 в 1. Соответственно, все зависит только от вас. Выбирайте. Ну, а мы переходим, соответственно, к улучшениям и изменениям этого года. Соответственно, для тех, кто знает, хорошо знает и видел раньше коляску Grand Flex, мы расскажем, что же появилось в коляске нового. Покажем это на примере нашей новой коллекции Grand Flex Grand. Они в целом похожи с остальными. И об улучшениях я расскажу немножко подробнее о каждой коллекции. И для тех, кто ни разу не видел и не знает коляску Grand Flex, я уверен, вас таких немного, я расскажу и объясню, почему же эта коляска стала одной из самых популярных в последние годы и почему вам нужно обратить внимание именно на нее. Итак, Grand Flex Grand. Приставку Grand мы добавили не просто так. Ведь раньше коляску больше любили покупать для достаточно хороших условий, для людей, которые живут в городе, где хороший асфальт, и в целом зима достаточно комфортная. Поэтому многие также попросили нас сделать такую комплектацию, чтобы можно было использовать коляску по плохим дорогам, зимой, по снегу. И вот, собственно, мы ответили вот такой вот моделью. Что же здесь нового? Прежде всего, мы увеличили задние колеса до 12 дюймов, передние до 8,5, и по сути это повысило вездеходность коляски, и теперь она уже достаточно хорошо готова к зиме. Кроме того, ткани, из которых выполнена эта коляска, их нужно смотреть и щупать вживую, их нужно тестировать, поэтому сполна вы сможете оценить их в нашем магазине. Но скажу вам от себя, ткани действительно великолепные. Они великолепно подходят под зиму. Их хорошо использовать как зимой, так и летом. Они дышащие, но при этом достаточно плотные. Это, по сути, ну, лучшие ткани, которые были когда-либо на колясках Grand. И также в этой коллекции мы сделали прорезиненные молнии, чтобы увеличить водонепроницаемость нашей коляски. Разумеется, изменения и улучшений коснулись все коллекции коляски Grand Flex. И сейчас я вам расскажу, собственно, что же здесь нового. Прежде всего, мы поработали над люлькой коляски. Больше всего вопросов было именно по ней, потому что многие хотели, чтобы мы ее больше адаптировали к зиме, сделали ее более дышащей, но при этом защитили от ветра. Итак, два улучшения, которые мы сделали на люльке именно для этого. Это высокий отворот на накидке, который крепится на магните. Теперь коляска защищена от ветра, при этом имеет смотровое окошко, чтобы видеть, что ваш малыш
спит или же наоборот уже проснулся. И второе улучшение – это секция вентиляции. Теперь она сделана на вот такой вот молнии, которая идет по периметру капюшона. И она вынесена в дополнительную секцию, то есть она расширяет капюшон, при этом защищена сеткой с этой стороны и имеет достаточно большую площадь вентиляции, то есть летом коляска будет достаточно хорошо дышать, и ваш ребенок всегда будет, ему всегда будет комфортно. Также еще одним улучшением в нашей люльке является регулировка изголовья коляски, изголовья люльки. Если вы хотите, чтобы голова вашего ребенка была выше, вы можете прямо изнутри люльки отрегулировать с помощью специальных механизмов. Итак, едем дальше. Без изменений мы не оставили и прогулочный блок нашей коляски. Мы немного увеличили спинку и сделали более полноценную, более широкую подножку прогулочного блока. И теперь длина спального места составляет более 90 сантиметров. При всем при этом прогулочный блок также имеет возможность расширения, то есть даже в положении лежа он отлично закрывает ребенка от ветра. При всем при этом, если вы не знаете, то коляска RunFlex, ее больше всего любят именно за то, что она легкая, компактная, имеет очень плавный ход, и, собственно, прогулочный блок коляски, он реверсивный. И коляску можно сложить даже против хода движения. Буквально несколькими движениями коляска достаточно компактно складывается, даже при том, что у нас зафиксированы поворотные колеса. Раскладывается коляска также очень легко. Вы просто устанавливаете прогулочный блок до щелчка, и коляска готова к использованию. Мы забыли упомянуть об еще одном очень важном улучшении в коляске RunFlex. Теперь она выдерживает нагрузку до 22 килограммов, а не до 15, как это было ранее. Это очень важный плюс, потому что мы ежегодно получаем достаточно большое количество запросов именно на такие коляски, которые будут выдерживать нагрузку более чем в 15 килограммов. И теперь коляска RunFlex, а также ряд других прогулочных колясок Rund получили такую возможность. И в заключение хотелось бы сказать, в каких же комплектациях вы уже сейчас, уже сегодня можете купить, заказать коляску RunFlex. Для коллекции, для основной коллекции и коллекции Trends коляска доступна как в прогулочном исполнении, так и в 2 в 1, а также 3 в 1 с вот такой вот очень классной автопереноской. Автопереноска ставится на штатные адаптеры, которые идут в комплекте 3 в 1. Соответственно, вы можете поставить коляску на эти, поставить автолюльку на эти адаптеры и использовать ее как на раме нашей коляски, так и в своем автомобиле. Что касается коллекции Flex Grand, то она доступна в комплектациях 2 в 1 и 3 в 1. Актуальную цену вы можете узнать у нас на сайте. Собственно, на нашем сайте вы можете и заказать эту коляску с быстрой и бесплатной доставкой. Спасибо вам еще раз. Всего доброго.